Дорогие друзья, с радостью представляем вам ролик о наших пристроенных подкидышах, найденышах. Мы искренне благодарны вам за то, что вы приезжаете и выбираете себе питомца и дарите тем, кто вообще потерял надежду, дарите им дом и семью. От всей души, от всей лохматой души, весь коллектив искренне желает вам всем сердцем самого крепкого здоровья, благополучия в ваш дом и радости, и улыбок, и счастья. Спасибо за дружбу, спасибо за помощь, спасибо за такой чудесный подарок, как семья для бездомного зверя. Храни Бог вас и ваши семьи. Спасибо, друзья. Верим и надеемся на вашу дружбу. И всегда, всегда ждем с открытой нараспашку душой. Ребята, Дон едет домой. Вся семья приехала за мальчиком. Будет еще, я и вон того заберу. Ай, ты мой хороший. Кого? Вон там. Мальчик? Да, он. Чего? Таких обычно никто не берет. Чего? Не знаю. Катюш, вы что-нибудь скажите вот по поводу щеночка? Очень рада.
И даже лучше, чем на фотографиях. Даже лучше. Да. Ну, вот да. Полик у нас приехал в новую семью. Катя мне очень понравилась. Вот такая девочка, Женевьева. Они будут с Полем очень большие друзья. Да? И вам всего хорошего. Вот я им тут написала целые петиции. Как и что. И да, всегда, всегда на связи. Все, всего хорошего. До свидания. Дай, давай. Давай, Поль, принеси быстро. Давай. Еще раз давай. Поль? Поль, давай. Давай. Молодец. Давай, давай сюда. Неси, 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 неси. Давай, 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 давай. Молодец, мой хорошенький, молодец. Давай еще раз. Давай, отдай. Поль. Дай, 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 дай. Давай, кидай ты теперь. Давай, Поль, молодец. Пойдем на площадку. Он только первый день вышел. Такая площадка. Погладь его чуть-чуть. Ты рад, Поль, да? Посмотри, как ты рад улице. Как будто всегда гулял, да. Трейси приехала домой. Трейси, 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 сладкая, сладкая. Наверное. Да, девочка Даша привезла. Да? Приехала в свой дом, вот папа наш, уже дубль два у нас с вами. Андрей, маму сейчас Марину, в общем-то, с ней познакомимся, она нас встретит. Забор весь укреплен, нигде девочка не убежит, но первое время, конечно, ну и вообще не то, что первое время, она будет... Дома, не на выгуле, не на самовыгуле однозначно. Все укреплено, тут еще сетка есть, поэтому все хорошо. Как я уеду? Останешься здесь? Ничего. С мужчинкой? Да, нет, она, кстати, мужчин любит. Она любит мужчин, она просто что-то растерялась. Устала в дороге, но полтора часа мы ехали. Ой, устали. Глазки твои красивые. И носик у тебя длинненький. Длинненький. Ну, все-таки... И диванчик твой. Угу. Ну что? Ну, смотри, такая маленькая, такая хорошенькая, да? Такая девочка. Ну, куда собралась? Все хорошо. Все? Ну, я пойду в другой уголочек пока что. К игрушечке. Вот уже игрушечки. Вот уже все есть. Все уже есть. Я бы так жил сам, да? Спи себе на диванчике. А мы поедем, а ты оставайся. А ты лежи. А ты лежи. Мы будем твои видео и фото приветы. Ладно, спасибо. В любом случае, спасибо вам огромное. В любом случае, я имею в виду, что мы сейчас уедем. В любом случае, мы ее оставим. Она потихонечку поскучает. Я об этом, что в любом случае поскучать ей придется. Но это неизбежно. Все животные скучают, да. Так, мы приехали. И сейчас у нас состоится первое знакомство. Это Жанна. Черри, тебе когти надо стричь. Да это да. Черри. Она ж не гуляет так. Ты моя прелесть. Ну что, знакомимся? Ну, тихо-тихо-тихо, все. Привет. Сразу схвазанула, да? Хорошо, ты боишься, да? Ах ты моя зайка. Ты моя, я такая и думала, что... Все, моя, моя, моя. Ты моя, Дашенька, это наша. Даша, это наша собачка, да. Как Линда. Линда была. Как Линда. Ну да. Не верим. Что-то не Линда скажет. Ты моя зайка. Что, она ходит? Не это. Черри, ага. Черри, она отзывается на тебя? Нет. Так, нет, можете даже потом свою, да. Если что, придумать. Да. Он даже убежать от меня не может. Он совсем что-то, да. Да, совсем. Сколько он весит? Мне кажется, он килограмм-то весит вообще.
А вместе вкуснее, правда? Вместе вкуснее. Да, да, девочки, вместе вам вкуснее. Муся? Муся. У Муси много подруг. Правда, Муся? Да, у Муси много подружек. Просто Муся еще самая стройная среди них. Тебя звали.